Ассаламу алейкум, всем здравствуйте. Посмотрел только что ролик, где азербайджанцы, дагестанцы, ну, в общем, кавказцы в основном, ну, и выходцы из Средней Азии, которые живут в России под командованием ура-патриота, делают так. Я русский, я азербайджанец, я русский, я дагестанец, я русский. Чуркой ты был, чуркой ты и останешься, если ты живешь в России. Объясняю, откуда вообще эта грязь пошла? Вот этот флешмоб, и почему я говорю, о, кавказцы, не позорьтесь, не участвуйте в этом флешмобе. Вообще все мусульмане. Когда только Россия напала на Украину, тем, кому не плевать на то, что вообще происходит, запустили флешмоб. Я русский, и мне стыдно. То есть, таким образом, флешмоб был целью извиниться и заявить о своей непричастности. В ответ ура-патриоты запустили другой флешмоб. Я русский, и мне не стыдно. Типа, война – это сила. Проходит некоторое время, и бах. Путин называет себя там лакцем, кумыком и так далее. И кто-кто? Чурки в России. Мы же чурки. Нам квартиры не сдают, нас на работу не берут и так далее. Это же все правда. Выходит, я русский. С чего, какого фига ты русский? С чего вдруг ты русским стал? Столько лет прошло, чуркой ты и хачиком был. И теперь ты русский? Почему? Тебя кто-то русским считает, что ли? Да фиг там было тебя, кто русским вообще посчитает когда-нибудь. Подожди, эта ситуация пройдет, ты опять чуркой станешь. В 2014 году, когда ситуация с Украиной началась, мы, кавказцы, говорили, уф, отдышка. А честно говорю, от нас отстали, к украинцам пристали. Там стали гады, бендеровцы гады. Потом чуть-чуть нормализовали, Крым отжали, Донбасс там какие-то территории урегулировали. Опять кому присосались? Опять к своим знаменитым чуркам. Террористами опять мы стали. Исчадием ада, астахрулла. Мы стали теми, над кем СМИ глумились. Разве не так? Посмотрите, что за одну драку в дагестанце, который в метро сделал. Там какой ужас был. Да нас всех говном поливали и всю нацию извиняться заставляли. Кто-то говорил, что ли, вы при чем, не при чем? Это вот отношение. Сейчас, по сей день, молодым дагестанцам я вот пишу знакомым спортсменам в соцсетях. Он говорит, ничего не изменилось. Тебя на работу не возьмут с пропиской не отсюда. Ты не местный, говорит. С такой фамилией, с такой типа, связываться никто не хочет. Квартиру все так же трудно снять, потому что только для славян. Для украинцев, с кем воюют, они эту квартиру сдадут. Но для тебя, чурка, они ее не сдадут. Это что за унижение я, которое увидел? А теперь объясняю, почему вы так поступили. Народ, который сломлен, унижен, морально уничтожен, который позабыл, что такое честь, он думает в России так, концепция мышления такова. Это будет завтра полезно мне или нет? Нам, то есть нам, униженным, это будет полезно? Вот если я сейчас вот так скажу, может будет того, что как в Америке все станут американцы, то есть не разделяя на там мексиканцев, тех. Да, у них есть этнический фашизм, связанный с цветом кожи, но в рассказах, то есть для нас это вот мечта какая-то. Вот когда же мы будем все россиянами? Они оккупанты, а мы на оккупированных территориях живем. Мы не нужны, нужны только территории. Запомните это правило. Ваша элитная нация думает только так. Их правительство думает только так. Нужны территории, а этносы вообще ни к чему. Они нам не нужны. Их такова позиция. Поэтому ты чуркой был, ты чуркой и останешься. Тем же, кто не позабыл, что такое честь, я прошу, не дай Бог, не дай Аллах, да убережет вас Аллах от тех унижений, которые я вижу в соцсетях.